Добрый день, вашему вниманию игрушки мягкие. Подробная информация в ссылке под описанием. Посмотрите, какие у нас плюшевые классные мишки. И не только. Так. Такой вот Миша. Слоник плюшевый, еще Миша. Еще вот слоненок тоже классный. И ягненочек такой под плюш. Миша. Зайка. Такой вот Мишка. Тигреночек. Львенок. Даже божья коровка вот такая есть. Белочка. Прям пушистик. Хвостик вообще классный. Так. Игрушек много. От маленьких вот таких вот. Посмотрите. Зая. Собачка вот такая. Кубик мягкий. Все, зайка. Санта с бубенчиком. Такая вот кися. Миша. Такая вот еще игрушка. Так, сейчас еще вам покажу. Очень много разных. Посмотрите, вот мышка такая вот. Ручки у нее гнутся. Хвостик тоже гнется. Такая вот. Даже принцессы вот есть у нас. Рыбка. Еще ягненок с колокольчиком. Это у нас из Angry Birds. Вот Миша. Обезьянка такая. Внутри такие кругляшки заполнено. Для мелкой моторики малышам вообще подойдет. Такая шуршащая тоже игрушка интересная. Такой вот Миша. Белый Мишка. Кисуня. Еще кисуня. Здесь вот как брелочек. Такие маленькие игрушки. Все отвязанное есть. Еще ягненок. Это у нас скат. Такой вот. Зайка. Мишка. Здесь как погремушка идет. Такая игрушка интересная. Тоже такая собачка маленькая совсем. Бычок. Олень. Лось. Здесь вот как бабочка. Опять брелочек, черепашка. Мини-пух. Это у нас гномик. Миша вот с подушкой. Лежит, спит. Зайка.
такая вот лягушка большая, ротик на замочке. Туда можно что-нибудь сложить. Такая бабочка. Тигренок. Вязаная кошечка маленькая. Черепашка. Мыша такая маленькая. Еще вот тоже вязаная игрушка. Улиточка маленькая. Опять ягненок с колокольчиком. Интересно очень деткам, когда что-то гремит, шуршит. Миша, смурфик такой вот интересный. Ослик. Это у нас белочка из ледникового периода. Тоже как брелочек Миша. Такой вот Миша, тоже плюшевый, мягкий. Здесь у нас тоже ягненок. Здесь липучка. Как сумочка, ягненок такой. Там розовая пантера. Здесь собачка с ошейником. Такая интересная. Это у нас ослик. Такой вот рюкзачок. Сумочка, зайка. Замочек имеется. Так, здесь у нас опять ягненок с сумочкой идет, с замочком сзади. Зайка, пупсик такой маленький. Смотрите, даже есть одежда на куколку, комбинезон такой. Мячик плюшевый. Собачка такая вот интересная тоже, маленькая. Ягненок опять. Крот. У нас как лошадка, дельфин, страус, посмотрите, какой вот есть большой. Это у нас олень новогодний. Здесь вот тоже из Angry Birds игрушка. Это из Короля Льва. Здесь вот тоже какая-то игрушка интересная. Зайка с бубенчиком. Миша. Посмотрите, ножки у него сгибаются. Ручки тоже можно посадить, можно положить. Белый Миша, большой. Пингвин. Это у нас Винни-Пух. Кошечка. Это у нас как свинка идет такая вот интересная. Такой вот маленький Миша. Хорошенький. Корова, вязаный Миша. Так, еще одежда на лялю. Так, это у нас свинка. Такой вот львенок, дельфин, коровка. А здесь есть замочек, как сумочка такая с ручками, плюшевая. Так, здесь вот еще Миша. Еще ягненок. У нас тут целая... Да. Много их очень, ягнят. Зайка,
Еще вот такой Миша плюшевый полностью. Мягкий очень. Мягкий очень. Такая собачка. Здесь вот олень. Ой, в ниточках. Это вот так весится, видимо, игрушка на елку. Это морской котик. Плюшевый. Очень мягкий. Здесь вот, смотрите, тоже у нас рыбки. Маленькие такие игрушки интересные. Еще раз белочка из ледникового периода. Так, здесь у нас, посмотрите, какая милая мягкая игрушка. Миша, зайки. Еще вот такой зай маленький. Тут похоже на коровку. Рыбка. Интересная игрушка, глазки красивые. Тигруня, это у нас похоже на собачку. Как пчелка, что ли? А здесь вот мышка с рюкзачком. Тоже тут брелочек маленький Миша. Тут маленький Миша. Здесь такая бабочка. Вот под одеялком Миша. Собачка точнее. О, Дональд Дак. Морской котик. Тут лисичка голубая. Смотрите, есть такая подушечка для кукол. Пупсик, слоник. Такая вот мишка, шуршащая, зеркальце на липучке. Носочек такой маленький. Видимо, на куколку. И вот такие вот еще маленькие игрушки. Мягкие очень. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.